Пьяная рыбалка обернулась трагедией. Мужчина из Владимирской области выплыл из лодки, запутался в собственных сетях и утонул. Трагедия произошла в пятницу 27 октября. Два друга решили половить рыбу на Клязьме. Сделать это местные жители решили с помощью запрещенных рыболовных сетей, расставив их в затоне городского пляжа. Как подчеркнули в поисково-спасательном отряде Владимира, мужчины изрядно приняли на грудь и поплыли на лодке проверять улов. Однако судно перевернулось, и оба браконьера оказались в воде. Одному из них удалось выплыть, а другой, запутавшись в сетях, захлебнулся. Как уточняют спасатели, поисковые работы продолжались 4 дня, и только на 4-е сутки второй рыбак смог показать место, где перевернулась лодка. Бойцы поискового отряда вместе с полицейскими нашли тело утопленника на дне затона и подняли на берег. Общая площадь поисков составила 20 тысяч квадратных метров. По факту смерти мужчины в следкоме проводят процессуальную проверку. В настоящее время личность мужчины установлена. Им оказался 47-летний житель Владимира. Следователями следственного управления проводится процессуальная проверка. По факту смерти мужчины, тело которого без внешне видимых следов насильственной смерти, обнаружено в реке Клязьма. Следователи провели осмотр места, где произошел инцидент. Назначена судебная медицинская экспертиза. Сейчас опрашиваются родственники и иные лица. Уточняются все обстоятельства произошедшего.